Все дальше и дальше от нас страшные годы самой кровопролитной войны в истории. Останки безвестных воинов, погибших в то время, находят в разных уголках нашей страны. Лишь немногим удается вернуть имена. Остальные погибшие так и остаются неизвестными солдатами. Помнить об их подвиге должен каждый из нас. Эти слова были лейтмотивом митинга памяти «У вечного огня». Я хочу вам всем пожелать здоровья, успехов и благополучия. И помнить всегда, что тот неизвестный солдат, который погиб, погиб за нас с вами. Юлии Шлаитовой было 10 лет, когда фашисты напали на нашу страну. В той войне погиб ее отец, воевал и был тяжело ранен старший брат. Благодаря их и смерти многих, имена которых остались неизвестными, живем мы сейчас и радуемся жизни под ясным небом, спокойно, хотя не очень спокойно в стране, особенно в мире, но все равно наша страна может защитить себя. День неизвестного солдата – это повод отдать дань уважения тем, кто погиб на полях войны в нашей стране и за ее пределами. Всем тем, на чьи могилы не могут прийти родные. Но их подвиг не забыт. Эти герои живы в памяти людей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.